Государственная налоговая служба Кыргызской Республики напоминает, что до 1 сентября необходимо заполнить и сдать в налоговый орган информационные расчеты по налогу на имущество, на жилое здание и на транспортные средства за текущий налоговый период. Информационный расчет можно сдать двумя способами – в электронной форме через личный кабинет на сайте Salyk.kg или же в бумажном варианте с посещением налогового органа. На данный момент наши сотрудники занимаются осведомлением населения. Навещаем каждое село. Раздаем информационные листовки. Например, вчера около 30 человек съездили в село Милянфан, где имеется около 300 больших фур. От них уже в бюджет падает около 1,5 миллиона сомов. Стараемся навестить всех наших налогоплательщиков. В центре города Кант на LED-экране постоянно крутим ролик о нашей лотерее. Государственная налоговая служба совместно с МВД проводит разъяснительные беседы с гражданами, а также проверяет водителей на наличие квитанции об уплате транспортного налога. Наша редакция поучаствовала в рейде, который прошел в городе Канты Сагатинского района. Стоит отметить, что налоговый орган проводит большую работу по рассылке важной информации кыргызстанцам. Напоминаем ее о стимулирующей лотерее «Требуй чек, выиграй приз», второй розыгрыш которого состоится в октябре этого года. На LED-экране в центре города Кант можно воочию ознакомиться с условиями лотереи. По словам сотрудников налоговой службы Сагатинского района, такие розыгрыши отлично стимулируют население на своевременное погашение налогов. Впервые государственная налоговая служба запустила стимулирующую лотерею под названием «Требуй чек, выиграй приз». В данный момент в центре города Кант мы на LED-экране запустили данный видеоролик посредством этого люди намного больше информированы за счет данной стимулирующей лотереи участников. В сравнении до этого участников стало намного больше. Сейчас люди, даже простые граждане, приезжие сел интересуются данной лотереей. С начала текущего года 179 345 налогоплательщиков перешли на использование сервиса государственной налоговой службы на сайте Salyk.kg. Портал позволяет гражданам бесплатно пользоваться налоговыми услугами онлайн, сокращает время, позволяет сдать отчет онлайн, налоговую декларацию, оплатить налоги, в том числе патент и страховой полис. Актилек Дянчиев, СНБ Кусенов, СТВ.